Добрый день, уважаемые садоводы! Сегодня 30 августа 2023 года и с вами Галина Латинкова. Ну вот и прощаемся с летом, и приближается осень. В течение 2 суток шли проливные дожди, был ураганный ветер. Буквально 2 часа, как закончились осадки, хотя небо еще затянуто. Вот, и я думаю, что это на протяжении этой недели обещают еще проливные дожди. Но осадки были нужны, лето было очень сухое, земля на глубине высохшая, и поэтому сейчас деревья начинают напитываться влагой, то, что не получили летом. Ну, я хотела вам показать сегодня плоды груши Тася, как и обещала, показывая при цветении. Сейчас они еще не в стадии готовности, падают в основном те груши, которые повреждены плодожоркой, хотя это нетипично для груш, но в этом году все аномально. Груши намного мельче по сравнению с прошлыми годами. Вот, и сейчас я хочу вам показать вот это вот очень красивое зрелище. Вот такая вот груша Тася. Очень объемная, такая тяжелая. Вот незрелый плод зеленого цвета. И потом постепенно приобретает, набирает румянец, красноту. И основной покров будет желтый. В основном срок созревания ее конец сентября. Но учитывая наше аномальное лето, на месяц сдвинулись эти сроки. И она начинает менять свой окрас. Груша очень такой необычной формы. Вот несколько уже упало у нас груш. Ну, они падают периодически, тем более учитывая сегодняшнюю ночь и сегодняшний сильный ветер. Вот груша поврежденная червячком. Видите, как сразу покраснела. Она и по вкусу уже будет очень хорошего, такого ароматного вкуса. Нежная маслянистая мякоть без зернистых включений. Вот такой немножко неправильной формы, симметричной. Вот такой красоты. Ну, учитывайте, вот я взвесила в среднем 120 грамм сейчас, пока она набирает. Но есть крупнее груши, которые еще, учитывая, что сейчас набирается влага, они немножечко могут подрасти. Еще время позволяет. Вот. И на ваш стол, как бы, я думаю, не помешает иметь такие груши, попробовать их аромат и вкус. Ну, просто неповторимость этой красоты, которую набирает эта груша. Необычная, нестандартная груша. Вообще, конечно, какой-то шедевр природы. Вот, желаю вам больших урожаев, хорошего настроения, несмотря на нынешнюю погоду. Вот. И видеть всегда, каждый миг, только хорошее. Всем добра, всем благополучия. С вами Галина Латинкова. До новых встреч!